рад возможности встречи с вами. Итак, мы начинаем нашу встречу. Сегодня я хотел с вами поговорить о важных вещах в нашей жизни. Но согласитесь, что есть какие-то вещи, какие-то ценности, которые разделяют буквально всем. Это здоровье, это деньги, это семейные ценности, это наша жизнь и то, что с нами будет после жизни. Согласитесь, это интересно. Поставьте плюсик вот те люди, которым интересно, что будет с ними после смерти. Вот такой неожиданный вопрос. Да, вот многих интересует то, как им действовать для того, чтобы жить хорошо. А вот люди забывают, что после вот этого короткого момента нашей жизни кому-то отведено там 60, 70, 80 лет, ну, хорошо, если 100. И там уже стоит большой вопрос, а что будет дальше вот с нами? И вот это то, что тревожит в самом деле меня. Итак, вот эти вопросы разные мы сегодня с вами рассмотрим. А для тех, кто, может быть, первый раз меня видит, такие люди тоже есть, потому что я сделал сегодня встречу открытой. Меня зовут Павел Дубров. Я уже 25 лет работаю в нетворк-индустрии, нетворк-маркетинг. Как сейчас принято на сленге говорить, в сетевом. Меня всегда удивляет эта фраза, когда люди говорят, я работаю в сетевом. Забываю сказать, как нормально люди общаются. В сетевом маркетинге, да? Нет, я работаю в сетевом. Ну хорошо, я вот работаю в сетевом 25 лет. Первая моя компания была Herbalife International. А по-простому в народе ее называют Гербалайф. И вы знаете, я и Светлана, моя супруга, мы работали очень там интересно, очень хорошо. Достигли квалификации Millionaire Team Member, но не закрыли ее. Говорю вам честно, потому что я стараюсь вообще говорить честно. Так вот, ну я стараюсь, а у меня не всегда это получается. Да? Но тем не менее, мы работали много, мы работали хорошо. У нас был замечательный спонсор, первый спонсор, которого звали Марк Померанц. А второго спонсора, более еще замечательного, тоже человек, который приехал из Израиля, реэмигрант из Израиля, его звали Изи Кляйн, Израиль Кляйн, царство ему небесное. Замечательный был человек. Так вот, знаете, что говорил Изи Кляйн? Ну, в свое время, когда я начал этот бизнес, я задавал много вопросов, я считал, что я очень умный, а я закончил механико-математический факультет МГУ, потом я окончил второй факультет Академии Дзержинского. Знаете такое учебное заведение, да? Академия Дзержинского, дважды орденоносная. Так вот, я считал себя очень умным, и я задавал ему много вопросов. И вот этот замечательный человек, он мне сказал, Паша, запомни, если кто-то зарабатывает в этом бизнесе хотя бы на один шекелечек больше, чем ты, заткнись и слушай. Вот такой был замечательный человек Изи Кляйн. К сожалению, он ушел из жизни. Он воспитал целое поколение замечательных сетевиков, и я вот отношусь к этому поколению. Кстати, Марк Померанц, я ему тоже благодарен. Вы знаете, это тоже прекрасный человек. Он научил меня настойчивости. Он научил меня не унывать, потому что, когда мы с ним начинали, денег не было ни у него, ни у меня, но у него была энергия всегда, энтузиазм. И он мне сказал, Павел, если водку запивать коктейлем Гербалайф, ущерба для здоровья не будет. И вот он был четко в этом уверен, абсолютно. И все у него случилось хорошо, он заработал кучу денег в Гербалайфе, потом во второй, в другой компании тоже он был первым человеком. Поэтому спасибо, Марк, спасибо, Изи Кляйн, спасибо другим нашим учителям. Мне вообще повезло с учителями. У меня были замечательные учителя всегда. На Мехмате у меня был академик Колмогоров учителем, у меня был академик Фоменко учителем, замечательный человек, вот это автор новой хронологии,
тот именно Фоменко, который написал книгу в соавторстве с Носовским, Фоменко-Носовский, «Новая хронология», где он сказал, что все, что мы знаем про историю, это все чушь, бред и маразм. Полностью. Все, что нам говорят там, начиная с X века, а про историю России ничего не понятно, неизвестно, нет никаких документов, нет никаких свидетельств на самом деле. Есть только слово о полку Игореве, там, «Повесть временных лет», и то непонятно. Кто писал, как писали, зачем писали. Ну, прекрасно. Итак, меня всегда интересовал вопрос. Почему в сетевом маркетинге есть люди, которые зарабатывают очень большие деньги? Ну вот у нас со Светланой в организации более 80 человек заработали более миллиона долларов. Это клуб миллионеров. Есть люди, которые заработали 5 миллионов долларов, 10 миллионов, 15 миллионов. Ну, 15, это только мы заработали со Светланой, вернее, 14 миллионов 850 тысяч. Но с учетом, что нам не заплатили 100 тысяч долларов последней компании, но остались должны с учетом автомобильной программы, ну вот как раз будет 15 миллионов. Это хорошая сумма для человека, который хочет жить нормально, скромно так, да, на дивиденды, положить их где-то в банк и так тихо жить. Но мне хочется жить более ярко, более интересно. Я люблю нетворк-маркетинг, я люблю эту совершенно чумовую индустрию, поэтому мы со Светланой принимаем буквально 10 дней назад неожиданное для всех решение покинуть компанию, в которой мы работали более 20 лет. Это решение, наверное, для нас было болезненное, решение было серьезное. Мы опубликовали в Facebook свое обращение, вы можете его посмотреть, в группе MoneyMaker и на страничке Светланы Дубровой. Я сейчас не хочу снова затрагивать эти вопросы, почему мы ушли, как мы ушли. Сегодня я хочу представить вам другой, новый, перспективный, прекрасный проект, который называется Siberian Wellness. И хочу ответить на те вопросы, которые, естественно, возникают. А почему вот именно Siberian Wellness? Вот сейчас очень много компаний, и таких, и третьих, и крапинку, и серобурмалиновых, там, и каких угодно. Вот как выбрали мы компанию, по каким критериям? Я думаю, что это интересует многих. И я хочу сказать, что была определенная эволюция в моем сознании по мере того, как я рос в сетевом маркетинге. Сначала для меня самым важным был продукт. Вот, когда мы были в Гербалайфе, все молились на продукт, прекрасно, все худели, там все решали свои проблемы, замечательно, коктейль, Формула-1, Формула-2, Формула-3 и чай Energy. Все, в общем, ничего не хотели знать. И продукт был прекрасным и так далее. Но со временем я стал обращать внимание на другой аспект, который называется маркетинг-план. Или, как говорят американцы, маркетинг-план. Маркетинг-план. Я однажды отдыхал в замечательном таком городе Апати. Это в Хорватии есть такой город, небольшой Апати. Вот я встречался с там топ-лидером компании МВ. Он зарабатывал очень большие деньги, более 200 тысяч долларов в месяц, задумайтесь. И я спросил его, скажи, а как ты пришел к такому успеху? Все-таки 200 тысяч долларов every month, каждый месяц? Извините, это серьезная тема. И мы общались по-английски, а он такой, знаете, сидит вот человек за столиком, в шортиках, знаете, так вот, из джинс ножницами отрезанными. Шорты сделал сам себе. Во вьетнамках. И этот человек, он зарабатывает до 200-250 тысяч долларов в месяц. И на мой вопрос, как, он мне отвечает, простой ответ, шоу-маркетинг-план. Показывай маркетинг-план, каждый день показывай маркетинг-план. Я помню вот этот его ответ,
И в то время мне казалось, что все, если у тебя прекрасный маркетинг-план, если у тебя выплаты хорошие, если у тебя хорошие бонусы, все дело решено, и больше ни о чем не надо заботиться. Хороший продукт, хороший маркетинг-план, ну, как говорил один персонаж в «Белом солнце пустыни», помните замечательный фильм? Хороший дом, хорошая жена, что еще нужно, чтобы встретить старость? Но потом возник вопрос, третий вопрос. Это руководство компании. Со временем я понял, что есть очень много компаний, где хорошие продукты. Есть очень много компаний, где вполне приемлемый маркетинг-план. Вы знаете, работать надо везде. Какой бы ни был маркетинг-план, даже вот причудливый самый, поверьте, я много изучал маркетинг-планы. Я даже знаю такой маркетинг-план, по которому вы, может быть, не слышали. Вот вы знаете, есть канадский револьверный маркетинг-план. Вот поставьте плюсик, кто слышал и знает такой маркетинг-план. Револьверного типа. Вот. Вы не знаете, а я знаю. Это такой интересный маркетинг-план. В нем маркетинг-план вращается как барабан. Да, сегодня я ваш спонсор, в следующий месяц вы мой спонсор, потом опять я ваш спонсор и так далее. Вот такой прикольный момент, да? Каких только нет маркетинг-планов. Но мы с вами знаем, что в основном это три типа. Это матрица, в которой наиболее распространен бинар. Наиболее распространенный бинарный маркетинг-план. Мы с вами знаем, что есть маркетинг-план Unilevel, и есть маркетинг-план Step Breakaway, или маркетинг-план ступень, точка отделения. Они, конечно, в чистом виде сейчас мало кто присутствует, всегда идут какие-то примочки, какие-то добавления, либо бесконечный бонус на всю глубину, либо вводятся дополнительные условия, допустим, на branch volume. Есть какие-то бонусы, джамп-бонусы, бонус быстрого старта, достижения. То есть в чистом виде эти маркетинг-планы сейчас не встречаются, они мутируют, они подстраиваются друг под друга. Но в принципе, как говорится, вот три основных типа, они присутствуют. И я хочу сказать, что много хороших маркетинг-планов, много. Посмотрите сайт Direct Sales Association, вы увидите много компаний, которые имеют товарообороты там и 300 миллионов, и 800 миллионов долларов в год, и миллиард, и 4 миллиарда. И у них разные маркетинг-планы. Поэтому для меня вопрос номер один сейчас это, а кто стоит у руля? Ценности этого человека, его видение, его философия личностная, его образование, его желание действительно выстраивать партнерские, серьезные отношения с каждым дистрибьютором, не только с лидером. С топ-лидерами, естественно, нужно вообще выстраивать крайне бережные отношения. Но даже с маленьким дистрибьютором, который вчера пришел в бизнес, как руководство компании к нему относится? Оно ценит этого человека? Оно заботится о нем? Оно хочет, чтобы это руководство хочет, чтобы этот человек действительно начал зарабатывать сначала маленькие деньги, $100, потом побольше, 500, потом 1000, потом 5000. А вы знаете, как хорошо зарабатывать $5000 каждый месяц? О, это прекрасно. Это замечательно. Но сетевой маркетинг дает гораздо большую возможность. Если вы не делаете грубых ошибок, то через 2-3 года вы начинаете зарабатывать $10000, 15, 20, 40. No problem. Но очень важно, чтобы было руководство. Чтобы были те люди, которые действительно любят нетворк-маркетинг, понимают этот бизнес, разбираются в нем досконально. А если они в чем-то не разбираются, вы знаете, они должны платить. Они должны иметь в своем окружении профессионалов. Мы живем в 21 веке, и профессионалы стоят дорого. Мы не можем взять тетю Мотю и сказать, слушай, а вот теперь ты будешь директором по маркетингу. Нет, друзья, так не получится. Профессионал, он стоит дорого, и профессионал, он поэтому стоит дорого, что он решает задачи.
он профессионально их решает. Итак, вот я сегодня кратко изложил вам, дорогие друзья, мою эволюцию в понимании того, что важно для сетевого маркетинга. Поэтому, когда мы со Светланой искали новую компанию, потому что мы 100% приняли решение покидать ту компанию, где отношение к топ-лидерам нас абсолютно не устраивало. Мало того, нас не устраивало отношение к средним лидерам, и уж совсем нас не устраивало отношение к начинающим людям, которые пришли в компанию. У них есть надежды, у них есть какие-то желания, а вместо этого... Ну, повторяю, сегодня я не хочу критики, я устал от негатива. Вы знаете, вот был такой Людовик XIV, по-моему, да, он сказал, я король солнца. От меня исходит только свет, радость, там, деньги. В общем, все хорошее. Вот так и Павел Добров. Я король солнца, от меня исходит только позитив, радость. Меня зовут Ледокол, вот посмотрите, видите на картинке, почему? Счастье, радость и прикол, к нам приехал ледокол. Вот и все. Я не буду сегодня говорить о грустном, я вам расскажу что-то очень хорошее. Хорошее заключается в том, что сейчас на рынке действительно есть замечательная компания. Она прошла ребрендинг. Раньше она называлась «Сибирское здоровье», сейчас она называется как? «Siberian Wellness». Прекрасно. Это не просто изменение русской фразы на английский перевод. За этим стоит очень серьезная работа по обновлению и маркетинг-плана, и продуктовых линей, и географического развития, и логистики, и видения в целом руководства компании. Обновление по всем параметрам. Поэтому, отвечая на мой вопрос, помните, когда я делал рассылку, я сказал, я объясню, почему есть старая, новая компания. То есть у нее все преимущества компании, которая 23 года на рынке, при этом она молодая, она новая, она динамичная, она идет вперед, она выпускает каждый месяц уникальные новые продукты. Реально уникальные, реально новые, инновационные. Компания имеет собственный инновационный научный центр, который возглавляет прекрасный человек Юрий Гичев. Мы все его слышали, видели. И эта компания, она ей 23 года. А что это такое? Это надежно. Понимаете, очень много компаний появляется сейчас каждый год. Такая компания, другая компания. Я не хочу никого критиковать. Нет, я не хочу критиковать. Я просто вам говорю статистику. 80% компаний новых сетевых не доживают до 3 лет. Мы это знаем. Пожалуйста, не верите мне, посмотрите журналы, посмотрите информационные источники, например, журнал MLM Insider. Там есть эта статистика. Посмотрите business@home.org, замечательный совершенно ресурс. И вы увидите, что я прав. 80% компаний, их просто не будет, те, которые появились вот сейчас, допустим, 100 компаний, из них через 3 года останутся только 20. Ну, плюс-минус, да, там 18, 25, неважно. А куда денутся оставшиеся 80? Да, там будут люди, которые пришли, которые заработали. Это называется хайп. Это называется пирамида, которая прикрылась сетевым продуктом. И все, они исчезли. И вы знаете, что удивительно? Сейчас есть огромное количество вот так называемых сетевиков, которые прыгают из компании в компанию. Их уже десятки тысяч. И вот они постоянно находятся в каком-то поиске нового хайпа. Вот новой такой компании. Да, они знают, у них циничное такое отношение. Да, я знаю, что через 3 года ее не будет. Но за эти 3 года я заработаю денег, я приведу сюда людей. Что с ними дальше будет, меня не интересует. Я заработаю свой чек там. 5-10 тысяч долларов, там, может быть, больше. Меня такая философия не устраивает. Светлана, мою супругу, мы работаем вместе. Такая философия не устраивает. У нас другая философия. Философия... Выбери действительно серьезную компанию, которая тебя устраивает по всем 3 параметрам, которые я перечислил. Серьезно поработай. И поработай прежде всего над собой, не над окружающими,
над собой. Поработай, пойми правильно, как ты сам устроен, познай самого себя, как говорили древние, и принеси на рынок ценность в своем лице, и сетевой маркетинг тебе заплатит. И 10 тысяч долларов, и 20, и 30, и 100, и 140, no problems. Но сначала нужно что-то отдать, не требуя взамен. А иногда мы видим, что у господствует другая философия. Наоборот, не отдать, не требуя взамен, а наоборот, забрать себе, не отдав ничего взамен. Вот что хотят многие. А так дело не получится. Итак, друзья, есть компания, которая, с одной стороны, 23 года на рынке, это надежность, это серьезность, это 65 открытых стран, задумайтесь цифру, это серьезная цифра, 65 открытых стран. Те люди, которые, как мы, намучились работать нелегально в разных странах, умоляя руководство год за годом открыть то одну страну, то другую, то третью, мы знаем, понимаем, что такое спокойно работать, иметь продукт сертифицированный, иметь брошюры, иметь интернет-сайты на языках тех стран, в которых работают дистрибьюторы, иметь поддержку, иметь выплаты чеков регулярно. Понимаете, все в сравнении познается. Только тот человек, который прошел, допустим, за 25 лет все эти проблемы и трудности, он ценит, что такое 65 открытых стран, и еще в самое ближайшее время будет еще открыто 5 или 10 крупнейших рынков. И сейчас я хочу показать, перейти, как говорится, от слов к видео, и показать некоторые материалы. Итак, Siberian Wellness, как я сказал, эта компания так называется после ребрендинга, который прошел совсем недавно. Коротко остановлюсь на преимуществах прямых продаж. Это для тех людей, как мне сказали, что сегодня будут новички, которые вообще не в курсе дела. Итак, прямые продажи – это очень стабильный бизнес. Он основан на предпринимательской инициативе сотен тысяч людей. Эти продажи, они справедливы своей сути, то есть человек зарабатывает тогда, и вот лидер зарабатывает тогда большие деньги, когда зарабатывают члены команды. И очень важно, что действительно нетворк-маркетинг, он не знает границ. Благодаря интернету, благодаря скайпу, благодаря современным средствам связи. Понимаете, сегодня у вас есть вот такой, допустим, телефон, и у вас нет проблем. Понимаете, это автомат Калашникова у вас в кармане фактически, в хорошем смысле слова. И что мне нравится, компания Siberian Wellness уделяет очень большое внимание мобильному интернету, мобильным приложениям, приложениям различным, средствам связи, сайту, работе в интернет, в целом в социальных сетях. Это прекрасно. Итак, индустрия рекомендаций, продуктов и возможностей. Обратите внимание, не навязывание, нет, не втюхивание, нет. Рекомендации. Мы рекомендуем. Вот есть человек, у него есть проблема со здоровьем, мы рекомендуем, пожалуйста. Вот есть прекрасный продукт иммунобустер. Это, кстати, хит-продаж. Вот есть прекрасный продукт тригель. Есть, допустим, прекрасный продукт истоки чистоты. Вот, прекрасно. Очистка на клеточном уровне, да? Все, мы рекомендуем. Не хочет человек, пожалуйста, нет проблем. Но мы ищем тех, кто хочет. Мы ищем тех, кому это надо. Мы рассказываем, показываем и предлагаем шанс. Каждый день. Мой спонсор, первый в компании Vision, Эрик Лер, он говорил так. «Tu le jour, le travail». Извините за мой прононс. Я французский плохо знаю язык. Каждый день работать. Ту лежу, ле травай. И да, это работа, но вы знаете, это работа не на урановых рудниках. Это работа не на заводе. Вот я все время работал на заводе «Красный пролетарий». Там, где стоит шум целый день.
может быть, 200 децибел, где там тележки грязные между с металлом проносятся, где где-то там с крыши падают искры постоянно, где ты не нагнешься вовремя, тебя там сметет какая-то кабинка электрическая. Нет, мы работаем элегантно, мы приходим в кафе, мы приходим в ресторанчик, мы берем чашку кофе, мы берем чай. Добрый день, меня зовут Павел Дубров, а вас как зовут? А, прекрасно. А вот чем вы занимаетесь? Какой у вас доход? А вы хотели бы зарабатывать больше? А сколько вы хотели бы зарабатывать? А у вас есть перспективы зарабатывать, допустим, 3000 долларов в месяц? А 5? А 10? А вы хотели бы путешествовать бесплатно за счет компании? А вы хотели бы получить квартиру от компании? Вы хотели бы получить шикарный брендированный автомобиль? Вот наша работа. Мы задаем вопросы и слушаем ответы. Если человек говорит, нет, мне ничего не надо, мне не нужно ни квартиры, ни автомобиль, ни деньги, ни здоровье. Ну что же, окей, please, next, you can go home, my dear, mon ami. И вот так каждый день, понимаете, tout le jour. Каждый день мы встречаемся с людьми, и мы находим тех людей, которые нам близки по духу, мы находим тех людей, которые в самом деле уважают нас, уважают нашу команду, уважают наш выбор. И вот здесь происходит тогда то, что называется чудо-нетворк-маркетинг. Понимаете, происходят чудеса. Человек не мог двух слов связать со сцены. Вдруг через полгода это спикер, через 2 года уже блестящий спикер международного уровня. Вот он уже выступает на международных сценах и в Чехии, и в Словакии, и в Будапеште, и в Германии, и во Франции. Вот у него чек уже 10-15 тысяч евро, 30 тысяч евро. Мы ушли из компании Vision, мы ушли с чека 35 тысяч евро. Посмотрите. Несмотря на наши просьбы не делать этого, наши чеки опубликованы были руководством компании в прямых источниках. В Фейсбуке, там, в сессии. 5,5 миллиона мы получаем в рублях, плюс бонус. И мы ушли от такого чека. Ну, наверное, мы не совсем сумасшедшие, да? Наверное, мы не совсем идиоты. Мы, наверное, поняли, что есть компания, где мы можем зарабатывать гораздо больше и будем зарабатывать больше. И сегодня я приглашаю вот тех людей, которые имеют видение, то есть взгляд вперед, те люди, которые хотят действительно изменить свою жизнь. Это уже стало расхожей фразой в сетевом маркетинге. Ты хочешь изменить свою жизнь? Да, люди хотят, но они не знают, как конкретно. Так вот, наше преимущество, Светлана, что мы знаем этот бизнес от А до Я. И мы знаем, как работают эти швейцарские часы, потому что мы их много раз разбирали по винтикам, смазывали и собирали снова. Мы чинили эти часы, когда их кто-то ломал. Итак, посмотрите. Индустрия рекомендаций продуктов и возможностей. Формирование дохода. В течение 2-4 месяцев, без риска. Я вам скажу, здесь 2 или 4 месяца, это даже немножко завышено. Вы можете начинать со следующего дня зарабатывать деньги. Сегодня вы заключили контракт, завтра вы закупили продукт на 500 баллов, у вас уже идет кэшбэк 25%. Все. Вы получили уже 1000 рублей, 2000 рублей, только за то, что вы приобрели продукт для себя, для семьи, для родственников, для знакомых. Подумайте, 25% кэшбэк, это серьезная цифра. Это не 5, не 7%, не 10, 25, 25. Это очень серьезно. Итак, ты обучаешься и зарабатываешь одновременно. Гибкий доход, который можно существенно увеличивать каждые несколько месяцев. Почему написано гибкий? Потому что вы можете выбирать способ, с помощью которого вы увеличиваете свой доход. Вам нравится direct sales, вы хотите заниматься продажей, no problems, пожалуйста. Это продукция, я вас уверяю, это вот то, что легко продается. Я 25 лет в индустрии, и я знаю, какие продукты продаются трудно, тяжело.
Я знаю, какие продукты продаются легко. Вот вы хотите продавать пылесос, который стоит 7000 долларов, в то время как все магазины забиты пылесосами по 200, по 300 долларов, по 400, вообще шикарный пылесос. Но я говорю, я не критикую, я просто задаю вопрос. Есть компании, которые предлагают пылесосы за 7000 долларов. И я вот видел журнал этой компании, лучший продавец продает 26 таких пылесосов в месяц. Ну, я склоняю голову перед этим человеком, но я вам хочу сказать, я не хочу продавать 26 пылесосов в месяц. Я хочу работать с продукцией. 250 наименований, 4 различных направления. Продукция для здоровья, продукция для спортсменов, продукция для красоты и продукция для дома. Понимаете? Очень широкий спектр. 250 наименований. Ну сколько еще нужно? 300, 500 тысяч? Поверьте, ну что, 250 наименований, это очень серьезно. Если вы будете своим дистрибьютором толково рассказывать про одно наименование в день, то у вас весь год займет только вот такая школа. Поэтому вполне достаточно 250 наименований. Притом есть продукты просто бестселлер. И всегда стоит вопрос цена. Вернее, даже не столько цена, а соотношение цены и качества. Вы со мной согласны? Не сама цена. Вот кто может сказать, Мерседес это дорого, а Лексус это дорого, а БМВ это дорого. Всегда экономист скажет любой, позвольте, кому как. Есть люди, которым, для которых это дорого, есть люди, которые скажут, позвольте, я хочу ездить на БМВ. Вы меня не заставите ездить на... Я не хочу там принижать какие-то марки, да? Я не хочу ездить на машине ниже класса. Вот, посмотрите, пожалуйста, прекрасный каталог, вот качество такой печати. Открывай новую Сибирь, да, прекрасный девиз. И вот обратите внимание. Я советую, кстати, приобрести всем 5-10 вот таких каталогов, потому что это прекрасный инструмент. Каждый продукт рассказан подробно, каждый... А продукт освещен с точки зрения именно современного маркетинга. То есть не просто описание, да, а преимущество для потребителя. С таким каталогом очень просто работать. Здесь описано принципиальные преимущества для каждого направления. То, что называется уникальное торговое предложение, УТП. Вот посмотрите, Mama Box. Вообще линия для детей представлена очень хорошо. И мы сейчас были... На семинаре в Кракове, где одна девушка из Санкт-Петербурга, она прекрасно давала вот такой тренинг, где-то на 30 минут, на 20 минут. Он называется «Методы работы с молодыми мамами». Прекрасно. Я сделаю все, чтобы, для того, чтобы у вас был этот тренинг, я его записал. Как прекрасно женщина это показывает, молодая мама. Как можно сделать хорошие большие деньги с помощью нашего продукта для детей. И не просто сделать деньги, а социализироваться в этом обществе, потому что она прекрасно показывает, как у молодой мамы у нее есть проблемы. Она хочет зарабатывать деньги, но для нее самое главное – это ребенок. Она разрывается между этими двумя вещами и, конечно, всегда выбирает ребенка. А зачем разрываться? Когда можно сочетать, когда можно грамотно сочетать это. И эта игра, которая называется «выиграл-выиграл», никто не проиграл. Мама встречается в детском саду, встречается где-то в своей квартире, да, наконец, сейчас уже лето, она встречается где-то на качельках с другими мамами, показывает каталог, рассказывает и задает вопрос. Вот мой ребенок очень любит животный мармелад, кальций плюс D3. А вы хотите, чтобы ваш ребенок тоже кушал? Ведь это очень важно иметь кальций и D3. А кальций без D3, вы знаете, он не усваивается вообще. И наоборот, витамин D3, он не работает без кальция. Это маленький пример, маленький вопрос. Да, конечно, я тоже хочу.
А вот витамины, а вот золотая рыбка, а допустим, там есть масса других различных интересных вещей для детей. И мама зарабатывает деньги, мама общается, мама социализируется, строится сеть таким образом, потому что следующий вопрос, а вы хотите иметь 25% тоже кэшбэк? Конечно, хочу. Если я пользуюсь, почему я мне прекрасно иметь 25% кэшбэк? Вот Алена пишет, для меня это актуально. Вы знаете, Алена, это актуально для миллионов людей. Зайдите на сайты, зайдите в чаты, где молодые мамы общаются. Эта тема, она постоянно звучит. Во-первых, есть просто понятие запереться в четырех стенах. Да? Вот ребенок, его надо постоянно купать, нужно кормить, нужно стирать, нужно гладить. А где общение, где человеку все-таки хочется тоже как-то и развиваться, и общаться, и как-то интересно все-таки жить. А с другой стороны, нужны деньги. Сейчас, а кто родил второго ребенка, а третьего? Вы знаете, деньги – это очень серьезная тема. Мы живем же не в монастыре где-то, в горах, да? Мы живем в городах, где жизнь дорожает, коммунальные услуги дорожают, питание дорожает. Сколько стоит детская коляска сейчас, или, допустим, 5 или 10 лет назад, сколько стоит детское питание качественно и так далее. И вот решение вопроса. Ну, я повторяю, я хочу прислать вот именно тренинг этой женщине, потому что это иначе будет испорченный телефон. Я уловил, естественно, суть, я пытаюсь донести до вас суть, но там есть много нюансов, про которые она рассказывала. Как она работает в социальных сетях, какие ошибки делают молодые мамы. Вот в надежде, допустим, я зайду сейчас в сеть, какую-то социальную, там, Facebook, ВКонтакте, и начну вот предлагать продукцию Vision. Да? Она говорит, это не работает. Люди не приходят за компьютер в социальную сеть, чтобы, понимаете, значит, вот там, я не знаю, покупать детский продукт любой компании, там, Vision, не Vision, Siberian Wellness, они вообще не хотят это делать, понимаете. Но есть методы, когда это все происходит абсолютно нормально. Вот сейчас же говорят маркетологи, что изменилась сама модель подачи продукта. Если раньше был, человеку дают информацию, он сравнивает качество и представление об этом продукте у себя в голове, то есть он сравнивает цену-качество, ага, устраивает, он покупает, либо не покупает. Сейчас модель другая. Человеку рассказали про продукт, он что делает? Да, вы правы. Он идет в интернет. Все, интернет изменил жизнь полностью. Он, вы дали информацию, окей, он говорит. Он приходит домой, так, Google или какой-то другой поисковик, и все, вот мы видим. Продукт, его аналоги. Так или иначе, всегда есть конкуренты. Какая цена у вас? Какая цена у конкурентов? Какие преимущества у вас? Есть ли у вас уникальное торговое предложение? И вот человека изменилась модель торгового поведения. Он получил информацию, он сравнивает, он анализирует, он хочет прикоснуться к товару. Раньше этого не было, понимаете, такой вообще позиции. Человек покупал, нет, сейчас он хочет прикоснуться, он хочет понять, что говорят в этом продукте другие люди, какие мнения в сети, какие мнения у окружающих. Да, он смотрит отзывы, мало того, он анализирует, а эти отзывы, они не фальшивые, потому что интернет полон фальшивых отзывов. Но человек, у которого есть мозги, он моментально просекает, какие отзывы фальшивые, какие написаны реальными людьми. И даже вопрос не в том, позитивные или не позитивные. Это по другим вещам очень быстро определяется. И когда человек видит, что отзывов много, отзывы реальные, от реальных людей, тем более, если кто-то из друзей, знакомых, родственников пользовался и получил прекрасный результат, браво! Вот я перенес тяжелый инсульт. Я, Павел Дубров, перенес тяжелый инсульт в 2011 году. И вы знаете, когда я начал употреблять продукцию NeuroVision, я хочу сказать, это действительно чудо. Посмотрите на эту продукцию более внимательно. Если у вас есть кто-то в окружении, кто перенес инфаркт, инсульт, ишемическую болезнь сердца,
Это ведь те три фактора, которые уносят сейчас миллионы жизней. Я просто вам советую, откройте эти пакетики. Там пакетики такие, там 4 капсулы. И вы увидите результат не через неделю, не через там месяц. Вы с первого раза получите результат, так же, как я. Все, понимаете? Вот рука была парализована, практически не поднималась. Вот я ее поднимаю. Ну, хорошо, вот, пусть сейчас есть скованность, пусть там немножко, допустим, есть моторика мелкая, она не так хорошо работает, но, извините, я вижу результат, я вижу, как усилилась, допустим, левая нога. Я вижу, как у меня улучшился сон, я вижу, как у меня упало давление, снизило. Это проблема для меня была. Итак, стресс-релив и нейровижн плюс совершенно очаровательная трава. Это, кстати, эндемичная трава, она растет только практически там. Это шлемник байкальский. Посмотрите в интернете свойства этой травы. Там уникальный состав есть, гликозидов, других элементов. Я не хочу сейчас заумных лекций. Просто я повторяю, возьмите шлемник байкальский, если у вас есть проблемы с нарушением мозгового кровообращения, это у каждого второго. Если у вас голова болит на изменение погоды, если вы плохо спите, если у вас усталость, депрессия, так или иначе это связано с головным мозгом. Шлемник байкальский, почитайте описание, я не буду говорить. Так вот, прекрасно. Продукция работает, продукция стоит недорого, потому что собственное производство, собственный цикл производства, предложения, продажи. И за счет этого цены прекрасные, качество замечательное, об этом мы говорим, будем говорить с вами чуть позже, но это очень важные факторы, согласитесь. Итак, несколько слов о партнерстве, о том, как мы строим сеть. Посмотрите, пожалуйста. Итак, собственное производство, качественный продукт и опыт. Сейчас, одну секунду, я сделаю возможность себе вот такие пометочки. Так, собственное производство, качественный продукт и опыт. Это очень важно. Продукция продается в 65 странах мира. Важно это? Да, очень важно. У вас есть друзья, знакомые, родственники, где угодно, там Венгрия, Чехия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Киргизстан, 65 стран, Соединенные Штаты Америки, Франция, Англия. Пожалуйста, нет проблем. Ваш личный бэк-офис, пожалуйста, вся ваша структура как на ладони. Мы просили, умоляли нам дать это. Почему нам не хотели этого дать? Я не могу понять это. Лидеры с опытом 23 года просят, дайте нам нормальный офис, мы хотим видеть свою структуру, мы хотим видеть их телефон, мы хотим видеть день рождения, мы хотим с ними связываться, с нашими людьми. Нет, нет, значит. Вот, пожалуйста, офис на сайте, прекрасно, все, бэк-офис нажмите, ваша структура, ваши доходы, ваши... буквально закупки ваших людей, вплоть до баночки, вплоть до маленьких элементов там. Все видно, пожалуйста. Никакого обмана, никаких, значит, закулисных историй. Чек каждое... Посмотрите вот сюда, вот. Чек каждое 5-е число. Послушайте, только те люди, которые знают эту проблему в других компаниях, они могут оценить, когда каждое 5-е число вы получаете свой чек. Да, кто-то большой, кто-то огромный, кто-то средний, кто-то маленький, кто-то вообще-то, не знаю, 1000 рублей. Но извините, это для начала, это все... сетевой маркетинг строится по кирпичику, как вот посмотрите, как каменщик кладет кирпичи. Он берет, значит, кирпич, намазывает его раствором, аккуратно кладет, подравнивает мастерком, убирает лишнее, выравнивает. Вот так и сетевик строит сеть. Год, два, три... 4. Нормально абсолютно. Итак, стабильная система позволяет передать бизнес по наследству. У вас есть дети, у многих есть внуки. Прекрасно. События. Вот мы только что приехали с событий. Я хочу сказать, прекрасно организованное событие. Став обученный, вежлив, культурный, все одеты в фирменные одежды, Siberian Wellness.
питание организовано для топ-лидеров, для лидеров, для начинающих, для всех питание горячее, качественное, нет проблем. Никто в уголке там где-то у туалета пиццу не ест, понимаете? Имиджевая поддержка. Об этом будем говорить чуть позже. Огромная имиджевая поддержка. Олимпийский комитет России, зимняя универсиада 2019 и прочее, и прочее. Логистика шикарная, офисы, интернет-магазин. Итак, мы набираем команду, мы за это отвечаем. Компания обеспечивает поддержку на всех уровнях. Браво, шикарно. Что еще желаю? Обучаешься сам и обучаешь свою команду. Прекрасно, прекрасно. Вот еще некоторые вещи, которые я хотел вам показать. Это тренд, это молодежный тренд. Это то, что позволяет компании, которая 23 года уже на рынке, это стабильная, надежная компания, но она не старая, она не стареет. Спортивное функциональное питание, натуральный состав, максимум активных веществ на одну порцию, ноль пустых калорий. Пустые калории нам не нужны, нам нужно эффективное питание. Нам нужны микроэлементы, витамины, ферменты, коферменты, то, что дает энергию, то, что дает бодрость, то, что зажигает жиры, то, что позволяет человеку чувствовать в 21 веке себя хорошо, энергично, работоспособно. Идет конкуренция. Вот, посмотрите. Какой прекрасный состав, и он будет расширяться, он расширяется постоянно. На встрече с руководством сказали, вот уже в мае будет еще 4 продукта, в июне будет еще 4 продукта. И это не просто тяп-ляп какие-то продукты, это тщательно взвешенная с точки зрения маркетинговой стратегии продукция, которая гарантирована на успех, она обречена на успех, понимаете? Потому что серьезные люди над ней работают. Прекрасная косметическая линия, средства личной гигиены. Нет парабенов, нет сульфатов. Это тенденция. Это опять УТП, уникальное торговое предложение. На это сейчас люди очень большое внимание уделяют, обращают внимание. И в Европе, и в Америке, и в Мексике, там, в Латинской Америке, и в России, где угодно. Люди, у которых есть деньги, которые любят себя, которые хотят тратить деньги на эти средства, они не просто хотят пойти и купить все, что угодно. Пожалуйста, если можно зайти в Пятерочку, то можно зайти в Ашан, там полно всего. Но люди хотят без парабенов, без сульфатов, без вредных добавок. Плюс они хотят что-то новое, что-то уникальное. Посмотрите, инновационные ингредиенты Сибирь и Алтай. А вы знаете, что такое Сибирь и Алтай? А я вам скажу. Это не просто продукция, это бренд. Понимаете? Есть понятие бренд. Когда человек идет и покупает Mercedes, или BMW, или Audi, он, может быть, 60% переплачивает, или 70% за бренд, за марку. И я хочу вам сказать, Сибирь, Алтай – это сейчас бренд. Где угодно бренд. Вот начинают говорить, а как вот на Украине, послушайте, я вам хочу сказать, то, что вот политики выдумывают, вбивают клин между людьми, на самом деле на реальном уровне это не сказывает. Если я привез на Украину действительно шикарную продукцию, которая дает результат, которая хорошо стоит по цене, нет проблем. Все знают, на Украине, я не знаю, в Израиле, в Америке, Сибирь, сибирское здоровье – это словосочетание, это бренд. А в головах у людей это бородатый крепкий мужик, длинной бородой, и у него все нормально, понимаете, у этого мужика. А если это женщина, это крепкая, разговорщокая, значит, женщина, которая прекрасная хозяйка, и, как говорится, коня на скаку остановит и в горящую избу войдет. Итак, эффективность подтверждена клиническими исследованиями, это действительно так. Попробуйте сами, дорогие друзья, эти продукции, вы убедитесь в их эффективности, прекрасной цене. То, что они прекрасно продаются, кстати, не надо никаких наценок. Вы продаете по цене каталога, не забывайте, вы имеете кэшбэк от компании 25%. Вот здесь цены все есть в каталоге, понимаете, не надо ничего выдумывать. Сколько стоит? А вы говорите, сейчас посмотрю, вот, сколько стоит, 300 рублей.
600 рублей, 800 рублей. Прекрасно, вы с этого имеете 25%. Вы имеете, компания платит. Не клиент вам что-то платит. Это даже с точки зрения налоговой инспекции. Вы задумались об этом? Нет проблем, вы прибыли не получаете от клиента. Вам не надо вот это выдумывать, там, чеки выписывать ему, какую-то сейчас машинку придумали, там, значит. Эта компания, она решает налоговые вопросы. Вы информатор, понимаете, вы информируете. Все, вы пришли, вот человек пришел, вот смотрите, сказал, вот выбирайте из 250 наименований, выбирайте что. А выбрали, прекрасно. Вот, крем для лица увлажняющий, крем-комплекс, так. Вот, пожалуйста, уникальная линия парфюм. Сейчас это последнее вообще достижение. Люди, я сам видел, как люди берут по 5, по 6 флаконов различных. Вот линия прекрасная, новая. Человек все выбирает, вы имеете кэшбэк 25%. Человек выбрал на 5 тысяч рублей, вы имеете 1000 рублей. На 10 вы имеете 2 и так далее. И я вас уверяю, это продукция, которая покупается и продается, и снова покупается, и снова продается. Итак, я хочу вас поздравить, что действительно есть прекрасная продукция, есть серьезная забота со стороны компании, есть профессионалы этой индустрии, которые понимают, как зарабатывают здесь деньги, и к этому моменту я хочу с вами перейти. Итак, какие здесь есть заработки? Вы знаете, сразу хочу предупредить, что вот эти цифры, они немножко условны. Ну, то есть здесь показаны, будем так говорить, минимальные цифры. И это хорошо. Если человек приходит, думает, допустим, что он получит 10 тысяч рублей, а получит вместо этого 20 или 30, прекрасно. Главное, чтобы не было наоборот, что вот мы пообещали ему 30 тысяч, а он получает 10. Так вот, посмотрите, как продвигаемся мы по карьерной лестнице. Вначале идет такое понятие, как бизнес-тим. Да? Бизнес-тим 2500, бизнес-тим 5000, бизнес-тим 10 тысяч. Вот. И, наконец, бизнес-профи. Вот посмотрите, мы со Светланой за 2 недели работы в компании прошли 4 ступеньки и закрыли квалификацию с избытком, серьезным избытком, бизнес-профи. Ну хорошо, вы можете сказать, ну вот Павел, там Светлана Дубнова, у вас огромная сеть. А вы знаете, что за нами пошло-то? Минимальное количество людей. Да. За нами пошло минимальное количество людей из компании Vision. Потому что есть люди, которые панически боятся потерять то местечко насиженное. Они обленились за эти годы. Маркетинг-план позволяет им зарабатывать определенные деньги. Эти деньги, конечно, невеликие, они смешные, но их это устраивает. Джим Рон сказал, нет ничего более развращающего, чем маленькие деньги, не дающие умереть с голоду. И вот люди, одни цепляются за это, другие цепляются, вот продукт, продукт, давайте помолимся на продукт. Вот. А в Библии сказано, не сотвори кумира себе ни из чего. Вот сотворили кумира. Итак, есть люди, которые просто, скажу откровенно, они разучились рекрутировать, они занимаются чем угодно, но они разучились строить сеть. Понимаете, вот я в детстве играл на скрипке, играл хорошо, я давал концерты в 14 лет. Сольный концерт. Но я не играю на скрипке 20 лет. Как вы думаете, я смогу сейчас дать сольный концерт? Да я чижик-пыжик не смогу сыграть, тем более больной рукой левой. Вот так и эти люди. И вместо того, чтобы понять, что есть шанс в новой компании снова повысить свой профессионализм, да, будет больно там неделю, две, месяц, там полгода, но ты снова станешь профессионалом, ты снова станешь в строй, ты докажешь, что ты что-то стоишь в этой жизни, и ты получишь ценник, который оценивает тебя как профессионал. Нет, эти люди скрываются за болтологией, за какими-то фразами, за тем, что они члены какого-то непонятного там управления компанией. А никакого управления не надо компании. Каждый должен делать свое дело. Ты дистрибьютор, строй сеть. Строй сеть, обучай людей, доводи их до денег.
Не надо лезть тебе никуда больше. Поймите это правильно. Каждый должен заниматься своим делом. Именно поэтому, когда руководство предыдущей компании обратилось к вьетнамским лидерам и сказали: вот вы хотите управлять компанией? Вьетнамцы сказали: нет, мы не хотим. Мы хотим заниматься своим дистрибьюторским делом, строить сети, мотивировать людей, давать им признание, давать деньги, давать здоровье, давать продукт, а никаких там маркетинговых исследований, какой-то ерундой еще заниматься, там снимать залы, там снимать переводчиков. Они сказали: мы не хотим это делать. И я их прекрасно понимаю. Каждый должен заниматься своим делом. 21 век – это век профессионализма. Маркетинг-план должны разрабатывать маркетологи. Маркетинговые акции должны разрабатывать маркетологи. Строить сети должны сетевики, профессионалы. Все должны. Сапоги должен точать сапожник. Пироги делают пирожные. Я думаю, вы со мной согласитесь. Итак, посмотрите. Бизнес-профи 60-80 тысяч рублей каждый месяц. Я вам скажу, реально больше даже. 100 тысяч. 100 тысяч рублей в месяц бизнес-профи получает. И я хочу вам сказать, для кого-то это большие деньги, для кого-то это средние деньги. Я не думаю, что это уж, кто скажет, что это маленькие деньги. Ну, что вы, в России у нас 30 тысяч для периферии, это считается прекрасные деньги. Прекрасные. Вот я помню, я приехал в Саранск, пришел на РНО молодой человек, я спросил: вы где работаете? А ему лет 28-30, он говорит: я работаю на пивном заводе в Бадаевском. Сколько вы зарабатываете? Он мне так гордо сказал, действительно, с гордостью: я зарабатываю 24 тысячи. И я так понял, что окей, ну, здесь нельзя ни улыбаться, ни смеяться, потому что, ну, Саранск — это город серьезный, можешь и с подбитым глазом уйти с рандеву, да, если посмеешься на такой зарплате. А потом я понял, вот я жил в частной гостинице, я его спрашиваю, уборщица: а вы сколько получили? 7 тысяч. 7 тысяч — это вот 14 номеров надо убрать. Нужно постирать, нужно так, значит, это сделать, пропылесосить. 7 тысяч. Она работает сутки, через сутки, да? И там, ну, другой спрашивает: 12 тысяч, что вы, 14 тысяч. Вот как люди живут. Так вот, посмотрите, 60, 80, 100 тысяч. Мы пришли к этому через 2 недели. Но я не говорю, что все приходят к этому. Ну, допустим, бизнес тем 5 тысяч. Я могу сказать, что очень много людей, те, которые за нами пошли, за 2 недели сейчас уже сделали бизнес тем 5 тысяч. Есть люди, которые сделали 10 тысяч уже. Я могу называть эти фамилии. Ни один, ни два, ни три. Больше, гораздо. И включается программа путешествий. Включается автомобильная программа сразу после достижения вами квалификации бизнес-профи. Все, вы выполнили бизнес-профи, все, со следующего месяца уже вам идет бонус автомобильный. Посмотрите на сайте прекрасная автомобильная программа. Посмотрите, следующий бизнес-лидер. Это уже 120 тысяч рублей. Это уже автомобильная программа нового уровня, да? Ну, видите, здесь показано средний доход при равномерном распределении товарооборота. Средний доход. Ну, равномерно, неравномерно, я могу сказать, что реально бизнес-лидер получает и 140, и 160 тысяч. Это здесь показана минимальная цифра. Я повторяю, это правильно. Это правильный подход. А вот посмотрите, интересно, вот этот нюанс. Вот это мне нравится очень. 10 тысяч долларов только за достижение следующего уровня. Только. Сапфировый бизнес-лидер. Так, 160, 180, реально 200 тысяч. Три человека в вашей команде уже получают автомобиль, стоят на автомобильной программе. Это прекрасная идея, считаю, которую руководство компании внедряет. Ты хочешь продвигаться, а помогай людям зарабатывать, получать бесплатный автомобиль в твоей сети. Вот прекрасная идея.
Три человека у тебя получили автомобиль, все, ты идешь наверх, ты сапфировый лидер. Замечательно, я аплодирую такому подходу. Прекрасно. Давайте дальше посмотрим. 10 тысяч, я повторяю, это очень хорошо. Так, а здесь уже следующее, рубиновый бизнес-лидер. Здесь уже, извините, 50 тысяч бакинских. 50 тысяч долларов. Как говорят в Америке, давайте посмотрим ваших президентов. Итак, 350-400 тысяч рублей, а там и 500 тысяч рублей. Вот это уже серьезно, правильно? Пять человек у вас стали на автомобильную программу, идут к получению автомобиля. Вы рубиновый бизнес-лидер. Прекрасно. Платиновый бизнес-лидер. 75 тысяч. Это только бонус за достижение квалификации. 600 тысяч рублей и более. Вот Ваня Шапочник поспрашивал меня, говорит, Павел Александрович, а сколько ежемесячно получает? Вот он говорит, ладно, вот разовый бонус это прекрасен, но сколько, допустим, платиновый бизнес-лидер, сколько он получает? Посмотрите, 600 тысяч, 700 тысяч, 800 тысяч рублей каждый месяц, плюс этот бонус. А, Diamond, бизнес-лидер, 125 тысяч. Вот сейчас мы были в Кракове и видели на наших глазах, Дима Голдин, кстати, выложил эти видео у себя в MoneyMaker и выложил в Телеграме, в канале Телеграм. Женщина на наших глазах получила 125 тысяч, шикарный автомобиль. И более миллиона рублей каждый месяц она зарабатывает. Значительно более. А вот вы смотрите наверху, это столько людей у нее уже имеет. Вот столько людей у нее в сети уже имеет автомобиль шикарный, брендированный. Ну что тут скажешь? Прекрасно. И что я хотел немножко показать для тех людей, которые уже приняли решение, я знаю, такие уже есть. И хотят войти в компанию. Вы знаете, я вам советую начинать вот с этого. 500 баллов в месяц. Не потому, что это как-то у меня от этого чек вырастет. Я вас уверяю. Для меня это не принципиально. Я повторяю, я закрыл за 2 недели уже бизнес-проект. Вопрос в том, что вы сразу же получаете преимущество. Вы получаете подарки на 10 тысяч рублей. Вы получаете различные преимущества, которые промоушены в компании, а вот для нашей ветки ледокол компания сделала особые подарки и преимущества и на этот месяц, и на следующий. И вы имеете спектр продукции, чтобы самому попробовать и получить результаты, и продать людям. Это уже очень важно, понимаете? Ну, представьте, что вы, допустим, открываете магазин сыры или колбасы. Вы же не будете там вешать один или два сорта колбасы, да? Вот я был в Париже, мы зашли в магазин сыры. Там, значит, что-то 75 сортов сыра было. И продавщица еще показывает. Месье говорит, вот посмотрите, есть каталог, там еще 1500 сортов сыра вам могут привезти в течение 10 дней. Заказывайте, пожалуйста, какой угодно. Там такой, с дырочками, маленькими с дырочками, с корочкой, без корочки, мягкий, твердый, полутвердый, с плесенью, там вообще сгнивший, вонючий, там не вонючий, да, ну все что угодно. 1500 сортов, вот что такое 21 век, потребитель диктует, все, продавец, он должен удовлетворять спрос. Итак, посмотрите, пожалуйста. Есть возможность 100 баллов сделать, есть 200, есть 500. И 100 баллов в месяц дает вам возможность получать чеки уже. Что такое 100 баллов в месяц? Ну, я могу сказать, например, 3200 рублей. 3200 или 3300. Ну, после того, как мы работали в компании, где ежемесячная закупка, активность – это
примерно 18-19 тысяч рублей. Ну, я думаю, вы понимаете, наверное, где попроще все-таки работать. Хотя я повторяю, 100 баллов в месяц – это, ну, действительно, вот для человека, который ориентирован на минимум. 200 баллов в месяц – это, правильно здесь сказано, делает тот, кто пробует, и, наконец, бизнес-ход. 500 баллов в месяц. Прекрасно. Я поздравляю тех людей, которые приняли решение войти в компанию, имея 500 баллов. Серьезный подход. Здесь есть определенные варианты для старта. Ну, я думаю, что каждый может себе сам выбрать. Здесь показано то, о чем я говорил, выгода 25%. Ну, например, вот вы делаете покупку на 8590 рублей. Кэшбэк тут же вам зачисляется на счет. Тут же 2147 рублей. Ну и баллы совершенно. Соответственно, вы набираете. Итак, как сортовать? Подписывайтесь на команду Инстаграм, Инстаграм наставников. Изучайте соответствующие ресурсы StartSmart и сайт компании. Участвуйте в различных тренингах, в различных семинарах. Вот завтра мы уезжаем на тренинг-семинар в Турцию, а после этого мы приезжаем уже на Пасху, да? И мы будем очень серьезно готовить систему и обучения, и поддержки, и различных каналов в Телеграме. Сейчас Дима и Татьяна Голдина, спасибо им, организовали 3 прекрасных канала. Ссылочки вы получите все на эти каналы. Старт Сибири называется один канал, другой канал посвящен продукции, и третий посвящен тем, кто стартовал с 500 баллов. Соответственно, есть и командный Инстаграм, Инстаграм наставников. Да, кстати, я вам, друзья, очень советую скачать обязательно два приложения: Start Smart и Buy Siberian. Обязательно. Желательно также и третий, Back Office, скачать. Пожалуйста. Я не знаю, какой у вас магазин, соответственно, Apple Store или Google Play. Зайдите, посмотрите, скачайте. Ну, естественно, это информация для тех, кто заключает контракт, имеет свой номер компьютерный. Для тех людей, которые, соответственно, делают закупку минимум на 100 баллов. Вот все эти моменты, они, пожалуйста, для вас, дорогие друзья. Ну, я повторяю, 100 баллов – это несерьезно. Ну, честно говоря, ну, ориентируйтесь на 500 баллов вход. И вы поймете, что я прав. Поверьте моему опыту. И есть также очень много различных обучающих программ и различных акций, и различных скидок на сайте компании. Пожалуйста, посмотрите их в разделе «Акции». Кстати, сейчас идет акция удвоения баллов за рекрутинг именно в этом месяце. И действует специальная акция для, соответственно, именно команды «Ледокол», для «Ледокол Сибири». Вот Ирина спрашивает, на 500 баллов нужно сделать заказ единовременно? Нет, пожалуйста, вы можете 5 заказов сделать по 100. Вы можете 2 заказа сделать по 250. До конца месяца у вас накапливаются эти баллы, и в итоге вы к концу месяца должны иметь 500 очков. Но не то, что должны. Я предлагаю это сделать, поскольку просто это вам более интересно, это более выгодно. Вы получите подарки, вы получите различные преимущества от компании. На каждом шагу вы, и ваши люди будут редуплицировать это. 5 человек по 500, у вас уже 2500. Вы уже становитесь бизнес-тим 2500. Ваши люди имеют продукт, ваши люди имеют мотивацию, ваши люди продают и получают кэшбэк. Бэк, вы растете по карьерной лестнице вместе с ними, понимаете? В сетевом маркетинге все редуплицируется. Вы начинаете со 100 баллов, все ваши люди начинают со 100 баллов. А что такое 100 баллов? Ну, это, так сказать, как говорили древние, минимум миниморум. Итак, посмотрите, прекрасный продукт, очень серьезная система. Start Smart, пожалуйста, скачайте, заключайте контракт. Тот человек, который вас пригласил на эту встречу,
Он подскажет вам, как заключить контракт. Это делается очень просто по реферальной ссылке. Вы заполняете анкету. Вам приходит смс на телефон, который вы указали в анкете. Вы заполняете ее. А для некоторых стран нужно заплатить 250 рублей за регистрацию. И для некоторых нет. Это зависит от политики компании. И вы начинаете уже работать с завтрашнего дня, вы начинаете делать заказ продукции, накапливать свои баллы, продвигаться по карьерной лестнице. Очень советую вам внимательно отнестись к этому приложению StartSmart. Просто потратьте час-два времени, чтобы по шагам пройти то, что там сказано. Вы не пожалеете. Вы поймете, какая система поддержки серьезная, какая система есть обучения. Это прекрасно, действительно, очень все серьезно. Итак, что же нужно сделать прямо сейчас? Ну, прежде всего, у каждого из вас должен быть наставник, да, то есть тот человек, который пригласил вас в бизнес. Напишите ему, узнайте от него информацию, какой у него чат, бизнес-чат. Соответственно, узнайте какую-то информацию по поводу ближайшего к вам центра обслуживания клиентов, по поводу того, что он рекомендует вам заказать. Вообще, работайте очень близко с вашим наставником. Работайте с вашим спонсором информационным очень близко. Это прекрасно. Организуйте команду. Следите за всеми сообщениями от Ледокола, потому что мы будем регулярно проводить вот такие вебинары, различные презентации. Различные обучающие мероприятия. Компания очень быстро идет вперед. Сейчас чеки просто растут сумасшедшим образом. Татьяна Гроховская, президент компании, говорит о росте товарооборота 28-30%, 35% каждый месяц. Вы позадумайтесь, это невероятно, как говорят немцы. Das ist fantastic. Я поздравляю вас, друзья, что вы в нужном месте, в нужное время, с нужными людьми. И не надо думать, что это вот постоянно так будет. В сетевом маркетинге есть понятие моментум, друзья. Я об этом говорил уже. Моментум, он не длится год, два, да? Он длится, может быть, месяц, два, три. Это тот момент, когда вы приходите, все кипит, все бурлит. Вот как сейчас мы были, соответственно, в Польше, в Кракове. Десятки, тысяч, сотни, тысячи людей. В огромном зале каждый получает свое признание, каждый получает деньги, каждый получает какие-то подарки от компании. Это называется моментом. Я вас поздравляю, что мы действительно находимся в этом моменте. Первое. Научись пользоваться личным кабинетом. И научись как просто и эффективно совершать покупки онлайн. Второе. Выбери продукт. Поделись своим мнением, своей информацией людям, друзьям, знакомым, родственникам, по списку знакомых. Это нетворк-маркетинг, друзья. Мы делимся, прежде всего, с близкими людьми. Обсуди со своим наставником, как сформировать свою бизнес-команду. Простые и эффективные действия. Итак, мы родом из Сибири. Как я говорил, Сибирь – это бренд-нейм. Мы родились и выросли здесь. Сила сибирской природы – это основа нашего продукта, бизнеса и развития. Международная корпорация с сибирским характером работает в 65 странах мира. Что мы делаем? Меняем мир с помощью инновационных решений для спорта, здоровья и красоты. Как мы это делаем? Открываем бизнес-возможности для людей. Обращаем внимание на мир вокруг себя, занимаемся благотворительностью, защищаем дикую природу. Это прекрасно. Компания полного цикла. Это очень важно сейчас понять. Разработка, производство, продвижение. На собственных технологиях, на собственном заводе. А вернее, два завода уже есть. К чему это приводит? Это приводит, что нету посредников. Цены прекрасны, цены конкурентоспособны.
Вот на примере той компании, в которой мы работали раньше, я могу сказать, как преимущество становится недостатком. Вот мы говорили, Франция. Но время идет вперед, уважаемые дамы и господа. Криогенная сушка, криогенное дробление, это не перестало быть вот такой, знаете, вот той фишкой, за которую потребитель простит все, понимаете? Когда мы производим во Франции баночку, 65% мы сразу платим Франции, французскому государству, налоги. 65% уходит в пустоту. Я зачем пришел в компанию? Французское правительство кормит, которое будет открывать двери беженцам бесконечно. И беженцы будут платить по 1000 евро, значит, пособие по безработице. А мы должны, значит, платить в свое время 65% с каждой баночки. А я не хочу этим заниматься. Я в хорошем смысле патриот. Не в том смысле, что у меня вот я зашорен, я буду вот шаровать по Красной площади. Я действительно люблю Россию, я люблю Сибирь. Я не дам никому озеро Байкал трогать. Уже сейчас пошло там, что хотят куда-то продать, там, Китай, еще кому-то. Я не против китайцев. Но я не хочу, чтобы озеро это Байкал поганили. Я космополит в каком-то плане. Но я люблю Россию. И я хочу, чтобы наши люди зарабатывали. И я хочу, чтобы у нас в России оставалась прибыль от производства, а не во Франции 65%. А потом эта продукция с Франции, она еще проходит таможенную очистку, она проходит доставку. И вот мы видим для потребителя банка по неподъемной цене. Если он хочет купить, он не может. У него нет 3-5 тысяч рублей при зарплате 20 тысяч рублей. Он не может банку покупать за 3 тысячи рублей. Так вот... Друзья, посмотрите, есть решение. Вот компания есть. С 96 года занимается собственной разработкой, собственное производство по самым высоким стандартам. Обратите, ISO, GMP. А это что такое? FDA. Food and Drug Administration, господа и дамы. Посмотрите, это новая аббревиатура. Вы скажите, у кого, вы знаете, есть Food and Drug Administration сертификат? Это... сложнейший сертификат для получения. Я вот слежу за акциями на бирже, высокотехнологичными, биотехнологичными. Если компания на продукт получает сертификат Food and Drug Administration, акции тут же взлетают на 15%, на 20%, на 40%. Почему? А все, Food and Drug Administration дал добро, все, значит, продукция идет массовым потоком. Ее покупают в больнице, ее покупают в государственные учреждения, она идет в аптеке, она идет по всему миру. Нету сертификата FDA. Проблема. Проблема, понимаете? Так вот, продвижение. Наши продукты можно купить в 65 странах. Ну, друзья, прекрасно. Вот у нас один лидер, сейчас отдыхал в Марокко. Звонит, спрашивает, Павел, а в Марокко есть представительство? Ну, я, честно говоря, подумал, ну, наверное, в Марокко нет. Ну, где мы, где Марокко? Нет, пожалуйста, нет проблем. Есть центр обслуживания клиентов в Марокко. Браво, прекрасно, в Марокко, во Франции, в Англии, в Германии. Где вы еще хотите? Пожалуйста, Китай будет открываться, Япония будет открываться, огромные рынки. Индия будет рестарт сделан в ближайшее время, в ближайший год, думаю. Ну что там Индия, давайте пока начнем вот у нас работать, по России, посмотрите. У нас и целые регионы пустые абсолютно стоят. У нас целые, ну я не знаю, миллионные города, ну что там, никто толком не работал профессионально еще. С прекрасной продукцией, с прекрасными направлениями продуктовыми. Еще раз подчеркиваю, собственное производство, уникальное российское производство в самом центре Сибири, в Новосибирске, под Новосибирском. Что такое Новосибирск? Это, прежде всего, научный городок, доктора наук, профессора, академики. Поверьте мне, я сам вырос в этой среде. У меня отец, доктор наук, профессор. У меня со стороны Светланы, академик, Ермолюк.
Посмотрите, пожалуйста. Так. Я вырос в этой среде, я знаю, что такое наука. Есть люди, фанатики науки, им ничего не надо, кроме, так сказать, бутерброда, и дайте им возможность ковыряться вот с микроскопом, что-то выдумывают. У них мозги вот так заточены. Вот вы знаете, вот этот питерский математик, он реально отказался от миллиона долларов, потому что он ему не нужен, а человек решил сложнейшую проблему математики и отказался от миллиона. А он ходит вот в ботиночках за 30 рублей, называется «Прощай молодость». Ну, вот потому что у него вот свое, понимаете, у него вот, вот здесь вот счастье в жизни, в голове. И вот такие люди, фанатики своего дела, фанатики наука, преданные своему делу, их нашла Татьяна Гороховская, нашел Юрий Гичев. Кстати, его отец, наберите в интернете, Юрий Петрович Гичев, вы видите, академик, профессор, автор очень многих книг. Он курирует научно-производственное направление компании. Юрий Петрович Гичев. Юрий Юрьевич, наш директор инновационного центра, это его сын. Тоже очень интересный человек. Послушайте его лекции, послушайте его семинары, где он отвечает на любые вопросы. Кстати, в компании есть очень приятная функция. На сайте в правом углу возьмите, значит, помощь, есть раздел, нажимаете ответы на вопросы и выбирайте там вопросы по продукту. Есть какой-то сложный случай, у вашего клиента там инсульт, какая-то проблема, онкология, сахарный диабет, задайте вопрос, не умничайте, вам не надо умничать. Все, ведущие специалисты вам тут же отвечают. Вот такая программа, вот такая программа, вот такая программа. Все прекрасно, но проблем. Наша задача принести, мы официанты, мы приносим готовые блюда. Сильву плеса или дезэмитаж. Вот, пожалуйста, да? Дерин Дерзайн, да? Каждому свою. Прекрасно. Так. Кто наши партнеры? Предприниматели, молодые люди, которых не устраивает стандартная наемная работа, активные люди с целями. Ну, что тут скажешь? Безусловно, предприниматели. Молодые люди хотят зарабатывать, хотят иметь квартиры, хотят иметь автомобили шикарные, брендированные. Активных людей с целями тоже очень много, они никуда не делись. Они хотят взять свой шанс. И мы даем этот шанс. Об этом я уже немножко говорил сегодня. Программа путешествий прекрасная. Кстати, несколько различных вариантов путешествий компания предлагает. Если бы это самое, вы хотите туда поехать, пожалуйста, сделай такую услугу. Ты хочешь в Австралию поехать, нет проблем. Ты хочешь кататься на лыжах там поехать зимой, пожалуйста. Программа путешествий. 3000 бизнес-партнеров уже побывали. Вот путешествие 2019 года, пожалуйста, выбирайте. Индия, Италия, Австралия, Греция. Куда вы хотите поехать? Объединенные Арабские Эмираты. Многие, очень многие люди приходят в сетевой маркетинг за путешествие. А, кстати, вот я забыл что сказать. Действует программа Quick Start. Если вы не просто выполняете квалификацию, а выполняете ее быстро достаточно. Ну, там, пожалуйста, за 3 месяца, за 7, за 10. Это все описано, кстати. В Старт-Смарте вы можете посмотреть. Вы получаете от 80 тысяч до 500 тысяч рублей просто за Старт-Смарт. Я не знаю, что еще желать. Вы получаете бонусы, получаете деньги по маркетингу, плюс еще Старт-Смарт. Сайбериан Wellness Car и Сайбериан Wellness Home. Получить сертификаты на 10 тысяч на улучшение жилищных условий. И дальше есть она. Посмотрите жилищную программу. А в этой вот третьей позиции называется «Я хочу заниматься этим бизнесом как своей основной работой». Понимаете, как основной работой. Получать доход хочу, пользоваться автожилищной программой компании. Основное дело. Это вот то, куда я вас приглашаю. Выбери свой старт. Эмоциональное питание, то, о чем я говорил. Это прекрасная новинка, это возможность привлекать молодежь, привлекать не каких-то больных людей, которые хотят лечиться, а именно вот пожалуйста, здоровых, активных спортсменов, людей, которые хотят профилактировать какие-то проблемы. Косметическая шикарная линия.
экопарфюмы, селективный экопарфюм. Авторы, лучшие мировые парфюмеры, сотрудничают с такими брендами, как Christian Dior, Lancôme, Kenzo, Lancaster и так далее. Мне, кстати, два аромата очень понравились. Я был в дегустационном зале. Ну, а вот это то, что, о чем я вам говорил. Вот. Neuro Vision, то, на чем я сам получил прекрасный результат. Вот. Natural Vitamins. Вот. Renaissance Triple Set. Есть еще Stress Relief. Замечательный продукт из этой серии. Очень рекомендую, друзья, очень рекомендую. Итак, какова ваша личная финансовая стратегия в быстро меняющемся мире? Вот здесь сводная такая табличка. $10,000 бонус, 50, 75, 125. И, наконец, есть бонус на 600 000 и выше. Вы можете взять элитную недвижимость на побережье или можете заменить это деньгами. Но я думаю, что мы будем брать элитную недвижимость, чтобы жить все вместе, дорогие друзья. Вот сейчас 59 человек у нас здесь. Ну, давайте прекрасно такой поселочек где-то на берегу Эгейского моря. 59 человек, все будем встречаться. Сигары, кабель корона есть такая. Чашечка кофе с утра, прекрасный вид на Эгейское море, свежие морепродукты, продукция Siberian Wellness. Что я могу сказать? Ну, может быть, это через 2 года, может быть, через 5, может быть, кто-то к нам через 10 лет присоединится. Вот. И мы будем с вами прекрасно существовать и вспоминать то время, когда мы... так сказать, раздумывали, может быть, кто-то сомневался, может быть, кто-то слушал каких-то дурачков и клоунов, которых тоже очень много в околосетевом пространстве, их просто море. Джим Рон говорил, бойтесь вора, который крадет ваше решение, не бойтесь вора, который крадет ваше имущество. Вот бойтесь вора, который залез к вам в ухо и украл вашу мечту, украл ваше решение. И я надеюсь, что мы поставим заслон этим ворам. Это люди, которые сами ничего в жизни не представляют из себя. У них нет ценности. Самый дешевый товар – это мнение непреуспевающего человека. Понимаете? Это самый дешевый, никому не нужный товар. И вот посмотрите, за сколько времени можно достигнуть этого. Ну, я вам скажу, вот мы начали работать с 1 числа этого месяца, да, с 1 апреля. И уже есть у нас масса людей, которые достигли бизнес-тем 2500, 5000, 10 тысяч. Вот. Есть бизнес-профи. Я вас уверяю, что за май месяц будет еще несколько бизнес-профи у нас. Я думаю, что будет и бизнес-лидер, а может быть и не один. Это за месяц, за 2 месяца работы в компании, поймите правильно. В Москве 1 числа уже крупное событие, там будет признание. Вы хотите получить признание на этом событии? Вы хотите уже стать на автомобильную программу через месяц, через два? На жилищную программу, получить жилищный сертификат? Если ответ «да», прекрасно, давайте начинать работать. Сейчас прямо раскачиваться некуда, друзья. Поезд... Он дал гудок, и все, так сказать, семафор открыт, зеленый свет. Друзья, это прекрасно, это действительно фантастично. И сейчас очень, посмотрите, какой бардак происходит сейчас на сетевом пространстве. Очень много людей работает в каких-то непонятных компаниях. Я не хочу никого обижать, я дал себе слово, никакое название, никакой компании сегодня не дискредитирует. Но вы подумайте сами, есть какие-то смешные юмористические компании просто, с непонятным продуктом. Посмотрите судьбу вообще любой компании с монопродуктом. Я не хочу намекать ни на что, просто монопродукт.
Это максимум год-два, так, какие потом печальный исход. Задумайтесь, друзья, ведь мозги, они даны для того, чтобы думать, анализировать, смотреть, да, что произошло, допустим, с американскими компаниями, которые работали с монопродуктами. А какая у них судьба? Я сказал, что я сегодня буду как король солнца, как Людовик XIV, никакого негатива, только солнце, свет, бабки от меня исходят, доллары, так, вот, все. Вот, вот он я, вот, пожалуйста. Никакого негатива, только перспективы, радость, счастье, деньги, автомобильная программа, суперпродукты, которые легко продаются. Елена Шапошникова подсказывает, батончики. Да, я люблю батончики. Я люблю жевательный мармелад. Каждый день я съедаю пачку жевательного мармелада. Там сказано не больше 4 штук, я съедаю 40 штук. Прекрасно себя чувствую, нет проблем. В гостях тут были различные родители с детьми. Дети раз-раз-раз, им скажут 4, они уже 8 съели, 12 съели, все прекрасно. Все, надо снова ехать в магазин, снова покупать. 4 вкуса есть шикарно. Жевательный мармелад, обратите внимание. Дети вырывают продукт у взрослых, взрослые прячут под подушкой от детей. Вот такие эгоистичные взрослые бывают. Итак, с обилием вырос бизнес, обеспечивающий твой стиль жизни. Друзья, на этом я хотел бы остановиться, потому что я, в принципе, мог бы дальше, так сказать, рассказывать, показывать, но прошло 1.5 часа, наверное, достаточно для такой презентации. В общем-то, моя цель была просто ознакомить людей с компанией, с философией, с продукцией. Я не стал даже показывать каких-то видеороликов и так далее, потому что это немножко все отягощает. Я хотел бы вот основу дать. Те люди, которые примут решение, они, я уверен, такие будут. Мы будем с ними работать более плотно, естественно, все будут видеоматериалы, сайт будем показывать, как работать и так далее. Сейчас наша задача step by step, поэтапно, так? Принятие решения, закупка продукции. На сколько? На сколько хотите? Хотите на 100? Нет проблем. 200 – это лучше. 500 – право, выходите в клуб 500, и у вас идет редупликация. Ваши люди тоже входят в 500, у вас уже бизнес-тим 2500, вот у вас бизнес-тим 5000, вот вы приезжаете уже на события в Москве, как минимум получаете признание 10 тысяч. А может быть, вы уже поставите себе цель бизнес-профи? А почему нет? Бизнес-профи – это прекрасная возможность. Посмотрите, сколько подарков, сколько бонусов получает бизнес-профи. Прекрасно, получите уже 1-2 числа в Москве. Кстати, 1 числа будет большая тусовка. Будут открыты шатры. Будет такая массовая презентация. Приезжайте 1 числа поработать в Москву. Не надо на 2 только число приезжать. Очень, я повторяю сейчас, очень легко приглашать людей в бизнес. Попробуйте сами. Вы показываете красочный каталог, вы показываете возможности. Люди подписываются каждый день. Я устал людей подписывать в первую линию уже к себе. Реально, у меня времени не хватает. Я даю ссылку, человек подписывается, человек закупает. Все, у него пошла сеть, я вижу в личном кабинете. Все, сегодня он подписался, завтра у него уже 3 человека, послезавтра у него 10 человек. Вы понимаете, нет, это не сказки, я могу вам показать свой личный кабинет. Потому что продукт работает, он стоит недорого, он эффективный. Потому что Siberian Wellness – это бренд, Сибирь – это бренд, Алтай – это бренд. Везде, в Америке, я не знаю, в Китае, в Мексике. Вот. Я теперь всем людям вот, здороваюсь, говорю, я желаю вам сибирского здоровья. Все такие, а почему сибирского? Я говорю, потому что я работаю в компании сибирского здоровья. Вас интересует? Это очень просто. Вот просто желайте людям сибирского здоровья. И вы увидите, что людей интересует эта тема. Людей интересует собственное производство. Людей интересуют высокие стандарты качества. Людей интересует собственный инновационный научный центр. Людей интересуют методы работы в интернете. А в разделе «Бизнес-инструменты» посмотрите на сайте компании «Бизнес-инструменты».
четко рассказано, как вам вести свой блог, как вам вести свой твиттер, как вам вести свой аккаунт, допустим, в Одноклассниках, там ВКонтакте, Фейсбук. Контент буквально показывают. То есть, посмотрите, понедельник, ага, так, пожалуйста, внесите свой там твиттер, там, свою социальную сеть, такой-то хэштег, такой-то, значит, информацию. Послушайте, ну это я такого не видел вообще. Это же готовое блюдо. Вам осталось только повязать салфеточку, взять в руки вилочку, взять ножичек и наслаждаться этим, этой пищей изысканной. Друзья, давайте начинать вместе этот бизнес. Радостно, с улыбкой. Подключайтесь к команду Ледоков. Подключайтесь к тому спонсору, который вас пригласил к информационному наставнику. Отбросьте свои страхи, сомнения. Страх он парализует, он мешает вам. Он мешает в жизни. Джим Рон сказал, если вас не устраивает ваше положение, которое вы занимаете в жизни, сойдите с него. Вы же не дерево. Браво. Вы же не дерево, друзья. Сойдите, вам мало денег. Вы не зарабатываете денег, сойдите с вашего места. Вас не устраивает карьера, сойдите с этого места. Вы же не дерево, вы можете ходить. Это дерево, оно приросло корнями, ну что, вот у него такая карма, понимаете? Может быть, в прошлой жизни человек нагрешил, он дерево сейчас. А у вас все прекрасно, вы можете прийти в компанию, уже завтра начать зарабатывать деньги, уже в Москве, быть в квалификации. И дальше. Мы уже поедем в путешествие в сентябре. Большие события прекрасные. Кстати, и в Турции будет событие большое сейчас. И, соответственно, в Сербии будет в сентябре. Приглашаю, друзья. И жизнь, она, знаете, коротка. Это то, с чего я начал. Ну, посмотрите. Я не знаю, сколько вам лет. Мне вот 57 лет. Это много или мало? Ну, как посмотреть на это? Вот представьте, что жизнь человеческая, допустим, ну, это как дни недели, да, вот с понедельника по воскресенье. Каждый день это примерно, ну давайте так возьмем, 12-15 лет. Да? Вам, допустим, 45 лет, у вас уже на календаре среда, у кого-то четверг, у кого-то уже пятница, да? Осталось вот пятница, суббота и воскресенье. И нам надо успеть сделать что-то хорошее в этой жизни, потому что время идет вперед, назад ничто не идет. И вот сейчас есть этот шанс. Борис Николаевич, Юлия Борисовна Рычкова, Царствие Небесное, они пришли в этот бизнес, им было 64 года. Они стали миллионерами, они построили огромную сеть. Я могу и другие примеры привести. Зинаида Ивановна Киселева пришла, она еще старше была. То же самое, член клуба миллионеров. Поэтому возраст не помеха. Не молодость, не наоборот старость. Это я не принимаю такие возражения. Вы молодой человек, молодая девушка, у вас, может быть, нет опыта такого жизненного, зато у вас есть обаяние молодости, энергии, у вас есть взгляд вперед, то, что свойственно миллениалам, вы умеете работать в интернете, в социальной сети, там, твиттер, там, я не знаю, телегу вы любите, что вы еще любите. Браво, прекрасно. А более опытные спонсоры, они дают свое видение, они, не надо их перечеркивать, не надо отказываться. Жизненный опыт, это очень важно. Поэтому мы будем, у нас нет плохой там молодежи или плохих стариков, мы всех любим, мы уважаем. Я когда был во Вьетнаме, меня поразило, что вот дома для престарелых и детские дома, они объединены. Старики с детьми вместе тусуются. Это очень умно сделано, у нас вот не так. Не дошли до этого, а ведь простая идея, да? Старики 80-90 лет. И дети, годик, два, три, вот, они вместе тусуются. Это очень прекрасно. Это и с точки зрения психологии, и с точки зрения правды жизни. Это замечательно. Мне очень понравилось. И я хочу, чтобы у нас в компании Siberian Wellness
То же самое, вот была атмосфера, где люди не смотрят, ты молодой там, или ты пожилой, или ты там средний какой-то. Есть понятие команды. Вот почему я ролик, видеоролик показал в начале, но многих не было, я его в конце еще раз вам покажу, потому что я считаю это очень важно. Дорогие друзья, наша встреча под... своим видением. Возможно, какие-то вопросы я упустил. Простите, времени не так много. Завтра мы выезжаем рано утром уже на семинар. Так складывается, что на этом семинаре будут и те люди, которые остались в предыдущей компании, те люди, которые уже пришли в Siberian Wellness. Ну что ж, жизнь дает нам вот иногда такие сюрпризы. Я к ним привык. Жизнь идет вперед, и рынок — это и судья, и палач. Просто очень важно в этой жизни никогда не терять вот такое понятие, как совесть. Никогда не терять такое понятие, как свобода, ну, в широком смысле понятие. И всегда нужно быть самим собой. И в хорошее время, и в плохое время, и в среднее время. Почитайте книгу Джим Рона «Сезоны жизни». Разные бывают сезоны. И лето, и весна, иногда и зима холодная с пронизывающим ветром, со льдами. Но даже тогда у нас есть ледокол. Это то, что идет, ломает лед в сердцах людей, прокладывает путь вперед, дает людям возможность получать чеки, дает возможность получать прекрасное образование, бизнес-образование, дает возможность почувствовать себя в команде. И мы говорим, девиз нашего ледокола: сложные вопросы решаем быстро, невозможные чуть погоди. Вот если кто-то из вас думает, что невозможно заработать $1 000 000, невозможно стать там бизнес-профи или бриллиантовым лидером, я вам хочу сказать, девиз ледокола: невозможные задачи мы решаем чуть погоди. На этом я расстаюсь с вами. И хочу сказать такую речевку. Счастье, радость и прикол — к нам приехал ледокол. Ура, друзья! Нет проблем. Чао, сетевая братва. Это слово слышал, наверное, каждый. Это слово знают, пожалуй, в любой стране. Но знаете ли вы что-либо об этой земле, кроме того, что это очень-очень далеко и что там очень и очень холодно? Начнем с того, что Сибирь — это огромная территория. Она больше, чем Европа, Китай, США, Австралия или Южная Америка. Здесь вы встретитесь с тайгой, самым большим лесом на планете. Познакомитесь с Байкалом, самым глубоким озером в мире. И найдете 4 из 10 крупнейших мировых рек: Енисей, Обь, Лена, Амур. Именно здесь, в Сибири, сосредоточено более 30% запасов всей пресной воды нашей планеты. Давайте перенесемся к верховьям Лены, одной из великих сибирских рек, и окажемся в Якутии. Эти просторы поражают путешественника суровой первозданной красотой. Добраться сюда непросто. Но именно здесь можно встретить настоящую дикую Сибирь. Побывать в самой холодной точке северного полушария, Оймяконе, с зимней температурой до минус 70 градусов Цельсия. Увидеть ленские столбы,
заповедник из списка всемирного наследия ЮНЕСКО, 40-километровую череду отвесных скал. Они тянутся по правому берегу реки Лены. Или встретить посреди якутской тайги самую настоящую пустыню. Уникальные природные дюны Тукуланы. Десятки километров песка на вершинах гор. Откуда они здесь, в Сибири, нет точного ответа. Большую часть года здесь очень холодно и снежно. Зимой столбик термометра может легко достигнуть минус 50 градусов, а слой снега — нескольких метров. Впрочем, и в июле снег тоже можно найти. Суровый климат этих земель помог сохранить красоту дикой природы в первозданном виде и уберег их от промышленного освоения. И оказавшись здесь, мы увидим настоящие чудеса. Лето в Сибири. Короткие 3 месяца, когда природа оживает. Тысячи видов самых разных растений стремятся успеть взойти, распуститься и оставить семена. То, что зимой представляло собой бескрайний снежный пейзаж, летом покрывается немыслимым многоцветием сибирских трав. Но и короткое сибирское лето – тоже суровое испытание. В резко-континентальном климате Сибири летние температуры могут легко достигать плюс 40 градусов. Только представьте, выжить в безжалостном климате в условиях постоянного перепада температур. Зимой – минус 60 градусов. Летом – плюс 40. Сможете ли вы? Они могут. Сибирские травы – главное богатство Сибири, да и всей планеты. В мире все меньше и меньше мест, где можно увидеть такое количество дикорастущих целебных растений. Помимо ленских столбов, в Сибири под охраной ЮНЕСКО находятся еще 6 памятников первозданной природы мирового значения – вулканы Камчатки, остров Врангеля, плато Путорана, легендарное озеро Байкал, а также степи и озера Упсунурской котловины и золотые горы Алтая. Горный Алтай. Каждый поворот – повод к отдельному небольшому путешествию. Здесь, как и во всей Сибири, можно встретить удивительное многообразие диких трав, которые по-прежнему несут в себе силу суровой первозданной природы. Тысячи лет местные целители знали о непревзойденной силе сибирских трав. А в 20 веке ими заинтересовались и ученые. Именно сибирские травы использовали при подготовке первых космонавтов к полету в космос. А сегодня уже во всем мире знают об удивительных свойствах сибирских растений. Siberian Wellness – один из мировых лидеров по производству натуральных продуктов для активной и полноценной жизни. И вот уже более 20 лет почти все наши продукты производятся из сибирских трав в центре Сибири. Это дает нам возможность без потерь перенести всю природную чистоту и энергию сибирских трав в наши продукты. Новосибирск – столица Сибири. Здесь сибирские травы превращаются в инновационные продукты для активной и полноценной жизни. Наше производство сегодня – это самые современные мощности и международные стандарты. Собственный научно-инновационный отдел, собственная лаборатория, уникальные запатентованные рецептуры, огромный логистический центр. Siberian Wellness рождена в Сибири.
В одном из последних мест планеты, где природа все еще остается первозданной и нетронутой. И Siberian Wellness делает все возможное для сохранения дикой природы Сибири, которая щедро делится с нами своими дарами. Для этого мы учредили фонд «Мир вокруг тебя», который поддерживает экопроекты по спасению редких видов животных, птиц и растений Сибири, а также исследует и охраняет воды мировой жемчужины – озеро Байкал. А наше производство и наши продукты отвечают самым строгим экологическим нормам. Мы очищаем воздух и воду, которые используем при производстве продуктов. Мы используем биоразлагаемые материалы для наших упаковок. Мы не используем искусственные добавки в продуктах для активной и полноценной жизни. Мы не добавляем сульфаты, фталаты, парабены, минеральные масла, синтетические отдушки и красители в наши продукты для красоты. Мы не тестируем наши продукты на животных. Мы гордимся своими продуктами. Поэтому нам важно, в каком окружении и как о них узнают наши клиенты. Представительства и логистические центры Siberian Wellness сегодня открыты в городах уже 65 стран мира. Каждый, кто ищет экологические природные решения, обязательно найдет здесь что-то для себя. Ведь ассортимент Siberian Wellness сегодня – это более 250 натуральных продуктов. Продукты для активной и полноценной жизни. Спортивное и функциональное питание. Натуральная косметика, средства личной гигиены и зубные пасты. Селективная парфюмерия. Продукция для отличного самочувствия и продукты серьезного воздействия. Более 20 лет люди в самых разных странах мира пользуются натуральными продуктами Siberian Wellness. Потому что они видят результаты, потому что ценят отношения, потому что чувствуют силу сибирской природы. И согласитесь, это очень вдохновляющая история о том, как необъятная, суровая Сибирь и ее удивительные растения превращаются в продукты, которые меняют жизнь. Ведь Сибирь – это настоящая природа, настоящая наука для людей.